Всем привет, дорогие друзья! С вами Олег Де Бест. И как вы знаете, в 464-е королевство мы прилетели всего лишь несколько дней назад. И вот за этот короткий промежуток времени я нашел много вкусных целей. Начнем с разогрева. Смотрите, гауни в сети и такая цель. 3 миллиона войск, из которых 2 миллиона Т2 и все остальное Т4, равное количество всех трех типов. Я даже не стал тестить его фалангу, сразу же начал стрелковый сбор. Если он в сети, то принимать сбор, конечно же, не станет, потому что с 3 миллионами войск это бессмысленно, тем более у него всего лишь одна больница. То есть видно, он только начал строить ловушку из Т2 и Т4 войск, без пехоты, то есть под пехотный креп. Соответственно, он должен стоять на пехотной фаланге, а вот насчет того, укрепит его или нет, пока что неизвестно. Но он находится на полной ферме, и в офлайне его вряд ли будут крепиться гильдийцы. Сбор почти готов, 15 секунд до выхода. Меняем шмот на стрелковый, и я поставил пехотный клин. Ну, для того, чтобы пройти половину пехоты, а дальше уже упереться в кавалерию. Через 2 секунды должен выйти сбор, ну а кто-то вкинулся издалека. Поэтому сейчас быстро его ускоряем, чтобы не задерживать народ. Ну и чтобы цель не ушла под щит, а то мало ли. Пока что ничего не изменилось, ему кидают фейк-ресурсы, делая вид, что он в сети. Неужели они думают, что я отменю сбор? Конечно же, этого делать я не буду. Стоит пехотный клин, еще раз проверил, а то мало ли что. 250 миллионов силы до, и после удара остается 217. Я думаю, там остались только стрелки, пехоту и кавалерию мы ему вынесли. 2 миллиона войск, из которых большая часть уходит в гроб. Так никто и не укрепил. Можно выходить в соло пехотой и добивать остатки, что, собственно, сейчас я и сделаю. Отправляем пехоту с подушкой, хотя можно отправлять было Т4-х. Но ничего страшного, быстренько ставим шмот, фалангу я менять не стал. Хочу прожать ботинки, вдруг он проснется и наденет щит. Еще почти миллион войск отправляется в минус. Осталось только 306 тысяч Т4-х стрелков. Сейчас придется делать еще одну атаку из пехоты. Наши сагильдийцы не спешат выходить в соло, поэтому лидер достанется мне. Следующая цель, на первый взгляд, довольно жесткая. Хорошие герои на стене и 16 миллионов войск суммарно. По 2 миллиона каждого Т3, Т4 чуть поменьше, ну и Т2 чуть больше ляма каждого. Конечно, чтобы проверить фалангу, я отправил 200 тысяч осадок, 120 тысяч Т3 и 80 тысяч Т1 в качестве подушки. И этого хватило, чтобы снести полную стену 2 миллиона прочности и протестить фалангу правильно. В больничку ушли пехотинцы, соответственно делаем вывод, что там либо пехотная фаланга, либо пехотный клин. До выхода кавалерийского сбора от Гао остается менее минуты. И сейчас я хочу проверить, сменил ли фалангу противник или же нет. Потому что пока что непонятно, в сети он или в офлайне. 1000 осадок вполне достаточно, чтобы проверить фалангу игрока без стены. В больницу по-прежнему пошли пехотинцы, значит, там все еще пехотная фаланга. Укрепили его на миллион Т4 пехов, и он стоит на полной ферме. Дали лидера в тюрьму для буста атаки, ну и скоро выходит наш сбор. Сбор из фулл Т4 кавалерии. Вот такой вот шмот. Гао ускоряется на коврах и за секунду долетает на соседнюю клетку. Шмот так и не сменился, значит, цель в офлайне.
Мы ее красиво подожгли, и получился не менее красивый отчет. Минус 5,5 миллионов войск и просадка 124 миллиона силы. Действительно стоит пехотная фаланга, и мы зашли очень удачно. Там остались только Т-4 пехи, всю остальную пехоту мы убили. И следующий сбор, конечно же, Гаус сделал опять же из кавалерии. Вот смотрите на его войска. Осталось 800 тысяч пехоты, ну и конечно ему снова дадут лям пехоты в креп. Вышел второй сбор, и цель по-прежнему спит. Ничего не изменилось, и мы снова поджигаем. Добиваем всю пехоту и часть Т-2 кавалерии. Сейчас посмотрим на отчет. Что у нас здесь? А здесь минус 86 миллионов силы. Мы потеряли 500 тысяч войск в гроб, а у него больше 2 миллионов уходит в минус. Следующий сбор уже можно делать из стрелков. Даже если его укрепят, то Гао пробьет. Там почти 1000% атаки стрелков. Даже несмотря на то, что у нас нету фортов. Вкидываем сюда Т-4 луков. И ждем следующие 5 минут. Вас заставлять ждать не буду, поэтому сразу выходит сбор. Бац! Ну и конечно же снова пробили, и теперь там остались только стрелки и 488 миллионов силы. Минус 105 лямов, 4700 тысяч гроба. Очень красиво, и мы тут практически ничего не потеряли. Следующий сбор Гаус сделал из пехоты, хотя мог идти и добивать в соло, потому что там остались только стрелки, чуть меньше 4 миллионов. Сейчас еще раз посмотрим на отчет. Да, мы добили всю кавалерию. Подробная сводочка. И ему кинули всего лишь 200 тысяч Т-4 пехов в креп. Потому что постепенно отпадает желание крепить своего товарища в офлайне Т-4 войсками. Потому что хилить их довольно накладно, и они уже смирились, что его полностью обнулят. Дозвониться им так и не удалось. И вот сейчас выйдет последний пехотный сбор. Вот как хорошо, когда никто не стелит фраги. В этом королевстве у нас конкурентов нету. И вот мы полностью забираем эту цель. Все войска и все отчеты достаются нам. Минус 97 миллионов силы, и мы тут вообще ничего не потеряли. Гао забрал лидера. В этот же день вечером я нашел еще одну цель. Из японской гильдии ММ. Там было всего лишь 6 миллионов войск, из которых по 2 миллиона каждого Т2, за исключением кавалерии. Изначально я думал, что он будет принимать на кавалерийской фаланге и просить кавалерийский креп, но после того, как я проверил фалангу, увидел, что там стоит стрелковое построение и соответственно попросил Гао создать пехотный сбор. Ну и сейчас, перед выходом сбора, я снова проверяю, сменил он фалангу или же нет. Шмот там стоит фермерский, но оранжевого цвета. Соответственно, можно сделать вывод, что его военный сет очень даже неприятный. Смотрите еще. У него стоял буст атаки армии 20% на 8 часов. Ну и вот такой вот состав армии. Выходит наш пехотный сбор. Неполный. Там не хватило еще 500 тысяч войск. В этом нет ничего страшного, потому что его никто не укрепил. Время было довольно позднее, и японцы все спали. А вот этот игрок просто забыл обновить щит перед сном. Вот такой вот отчет, минус 3 миллиона 600 тысяч войск.
Потом Гао пошел добивать его в соло. Досматривайте видео до конца, вас в конце ждет очень красивое обнуление в соло. Также скоро выйдет вторая часть обнулений из 464-го королевства. Небольшой спойлер, я там сборил игрока больше, чем с миллиардом силы. Вот, а что из этого вышло, вы узнаете в одном из следующих видео. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать комментарии. Всем спасибо и всем пока!